детско-юношеского футбола на полях Orange Fitness в рамках первенства CLF Kids среди юных футболистов 11-12 года рождения. У нас сейчас на очереди встречаются команды Татарстан и Строитель. Строитель представляет 13-й год и штангу попадает Беглов сейчас, и это было опасно в исполнении футболистов Татарстана. Пробежимся по составам. Команда «Строитель» номинальные хозяева. Играет в следующем составе. Команда играет в синей форме. Зуев защищает ворота. Полевые игроки: Юнусов, Маштаков, Чугунов, Тихонов, Наборщиков, Холкин, Гатаулин, Галеев, Максимов, Юмангулов. Тренирует команду Идрисов Алмаз Гореевич. Команда Татарстана играет в следующем составе. Аракчев защищает ворота и полевые игроки: Гильмудинов, Котиков, Белов, Забаров, Фахриддинов, Джалимов, Нуриахметов и Сайфуллин. Пять команд играют в рамках первенства CLF Kids, и играют команды, занимающие, соответственно, четвертое и пятое место. Ну вот, команды играли между собой в первом туре, и тогда единственную победу одержали футболисты Татарстана именно над соперником, с кем сейчас они играют. 5-6 в самом первом туре была одержана победа Татарстана. Ну вот, череда неудач, 9 поражений, и вот буквально вот перед этим матчем команда Татарстан играет второй матч подряд, одержали они победу над КАМАЗом 13-го года рождения. Вот. Ну, и теперь в активе 6 баллов после 11 встреч. Ну, команда «Строитель» в активе 4 балла, и в случае победы вернуться они на четвертую строчку в турнирной таблице. Сыграно у нас в первом тайме 5 минут, ничья в матче, и
Уверен, это будет такая принципиальная игра. Удар по воротам и после удара Нури Ахметова мяч попадает в крестовину. Да. Уверен, голы будут в этом матче. И смотрим за футболом в исполнении юных футболистов. Строитель в атаке. По центру разгоняются футболисты. Ну и тут же перехват, и Татарстан атакует Забаров. Не успел он догнать мяч. Продолжается атака строителя. Левым флангом будет ли подача? На ударную позицию выходят футболисты. Строители сейчас десятка могла отличиться. Гатаулин находился в выгодной позиции. Зуев забирает мяч. Вновь Гатаулин с мячом, правым флангом атака. Нури Ахметов. Правым флангом развивается атака строителя. И аут будут бросать футболисты в синей форме. Аракчеев забирает мяч и далеко выносит штрафную. А рукой сыграл кто-то из строителей, и будет опасный штрафной в исполнении Татарстана. Гильмудинов у мяча. Ну, говорят, бей Азат. Хорошо, посмотрим. Навес и блестящий. Блестящий гол в исполнении Азата
Нуриахметова. Смотрим, как это было. И счет матча открыт. Сделали это футболисты Татарстана. И вновь на острие атаки был Азат Нуриахметов. Отворот неточный удар, отворот будет разыгрывать строитель. Свечу запускают сейчас, зажигают на полях Orange Fitness футболисты Татарстана. В атаке Татарстан и вновь Зуев забирает мяч. Начинает атаку через защитника. Центр. Просит тренер команды прессинговать футболистов. Чугунов. Вновь на левый фланг. Имангулов борется с мячом сейчас. И Забаров разряжает обстановку. Выносится мяч Джалимовым подальше от своих ворот, и строитель готовит новую атаку. Перехват Сафиуллина. Мяч вновь достается футболистам строителя. Перехват Забаров. И навес. Зуев не очень удачно. Не очень удачно действует в этом эпизоде и отправляет мяч на угловой. Подавать будет Нуриахметов. Подача. Гильмудинов тут было, но здесь не разбериха. Фахретдинов за Баровым сейчас. Не поделили мяч. И фол фиксирует арбитр.
Угловой назначает арбитр матча Даниил Сотников. Ряхметов, подача. Где мяч? Мяч сквозь чистокол голов. Не смог. Мяч от... Не смог мяч залететь в ворота. Остановка у нас в игре. Удар по воротам, и дубль оформляет Нури Ахметов. Шикарный гол забивает футболист на сей раз с игры. Смотрим, как это было. Вот тут вот перехват. И не раздумывая нанес удар по воротам Нури Ахметов, устанавливая счет 2-0. Перехват Забарова. Идет он дальше. Но на подстраховке Гатаулин уверенно действует. Гатаулин с мячом. Ну, выше своих соперников команда Татарстан в прямом и переносном смысле этого слова. Ну да, футболисты, можно сказать, на 2 года моложе играют. Подача. Удар по воротам, Зуев на месте. Поддержка в лице родителей на стадионе. Довольно-таки ощутимая. Ну и 11-15 человек смотрят нашу трансляцию в интернете. Беглов. Нури Ахметов. Строитель. Но тут же мячик теряет. И к исходу 20-й минуты. Счет у нас 2-0. Впереди футболисты Татарстана. Удар по воротам. Зуев справляется с этим таким коварным ударом, переведя мяч на угловой. Thank you.
В атаке строитель. Кто первый на мяче? Игрок без номера. Налево. Навес. Хороший перевод на правый фланг. Также игроку без номера, но не очень с приемом задалось. Подсказывает мне то, что 3 победы у Татарстана. Но, возможно, у меня таблица не обновленная, поэтому не могу точно утверждать. Вот. Судя по таблице, которая размещена на сайте АФЛ, команды Татарстан на текущий момент 2 победы. Это над строителем первая победа была одержана. Вот затем только что была одержана победа над КАМАЗом, и сейчас лидирует Татарстан и стремится к своей 3-й победе. Навес, угловой и хет-трик оформляет у нас Нури Ахметов. Ну вот покером отметился Беглов в предыдущей встрече, а сейчас бразды правления взял на себя Азат Нури Ахметов. Смотрите, на все вкусы цвет забивает он голы в этом матче со штрафного. Затем второй гол, расчехлил пушку. И здесь головой, ну, голы на загляденье. Браво, Азат продолжает в том же духе. Команде строитель. Ждем голы, судя по первой встрече между этими командами. Шла упорная борьба, и сумели тогда забить 11 мячей команды на двоих. И с минимальным преимуществом 6-5 тогда держал команда «Строитель» победу. У нас остается играть 2 минуты, и все интересное нас ожидает во втором тайме. Нет, фиксирует арбитр. Видимо, у нас счетчик немножко запоздал. И после небольшой паузы мы увидимся во втором периоде. Закончился у нас перерыв и дал старт второму тайму. Арбитр сегодняшнего матча Даниил Сотников. Напомню, в рамках первенства CLF Kids среди юных футболистов 11, 12, 13 годов рождения встречаются команды «Строитель» 13 в синей форме и команда «Татарстан» в зеленой форме. После первого тайма уверенно ведут в счете футболисты «Татарстана». Хет-триком отметился Азат Нуриахметов. Хорошие голы в исполнении футболистов Татарстана. Обязательно пересмотрите этот матч. Ну, хотя бы на перемотке, чтобы насладиться этими голами. Напомню, в рамках первенства CLF Kids 5 команд участвуют в этом турнире. Турнир в 2 круга проходит. Первый круг был у нас, проходил в июне. Ну и в августе второй круг. Конечно, команды, так скажем, не так удачно действуют в этом турнире. Если мы обратимся к турнирной таблице, то команды находится на 4-й строчке. Строитель
команда Татарстан после 11 игр 6 очков в активе. Команда Строитель после 12 игр в активе 4 балла. И вот 4-5 строчку между собой разделяют эти команды. К сожалению, не получится уже бороться за тройку призеров в этом первенстве, но команды могут отличиться хорошей игрой, порадовать своих родителей, как в этом матче. И у нас гол, судя по всему, забивает кто у нас? Гильмудинов. Смотрим повтор, как это было. Да, Гильмудинов забивает у нас четвертый гол в этой игре. И счет у нас становится крупнее. Хорошую игру показывают футболисты Татарстана в этом игровом дне. В этом игровом дне. И даже очень странно, почему не дали футболисты бой команде Оранж 1, Оранж 2, проигрывая с очень крупным счетом. Ну, возможно, не все лучшие игроки были в составе на те игры, но тем не менее будем довольствоваться чем есть на текущий момент. Ну а на текущий момент Татарстан показывает хорошую, добротную игру. Но у нас тем временем Строитель в атаке, активная поддержка родителей, и браво, браво! Смотрите, на радость местной публики Гатаулин забивает гол, и радостные болельщицы Строителя очень рады забитому голу. Ну, смотрим, как это было. Давайте в паузе мы обязательно рассмотрим этот момент. Ну, еще раз отметим автора забитого гола Гатаулин. С голосом сейчас Юнусов забирал мяч, но не дали этому сделать. Кстати, в команде Строитель замена вратаря, и вместо Зуева играет Юнусов во втором тайме. Угловой подали футболисты Татарстана, и Юнусов забрал мяч. Начинается атака Строителя правым флангом, но не точно. И рослый Беглов тут было мяч отобрал, потерял, затем опять отобрал, потерял. И в итоге мяч все равно футболистов Строителя. Ваут, отправляется мяч. Футболисты в синей форме будут разыгрывать мяч из-за боковой. Татарстан в атаке, Гильмудинов, удар по воротам, а Джалилов, простите, это был Забаров даже. В
фол фиксирует арбитр и, по-моему, да, даже картой награждает своего. Ну, извиняется за Баров, за свои действия. Подсказывает, поддерживает тренер строителя Алмаз Идрисов своих подопечных. Активно слышен его голос из-за пределов футбольной площадки. Подсказывает он игрокам, как действовать той или иной ситуации с кромки поля. В атаке строитель, будет ли удар? Удары были уже, но это все семечки для Аракчева. Попадали в штангу, и в первом тайме пришелся удар. Как хорошо сейчас нашел своего партнера по команде Забаров. Был на острие атаки. Может быть опасно, и мяч от того же Гатаулина проходит рядом со штангой. Мог он оформить дубль. Будь чуть точнее. Есть моменты у строителя. Надо как-то завершать более точнее. Быть на заключительной стадии атаки. Атака строителя дают сейчас атаковать. И что, угловой? Да, угловой предоставляет арбитр матча подать. Тихонов будет подавать этот и упускает сейчас Гельмудинов мяч за пределы поля. А вот вбрасывают баллисты Татарстана. И в атаке строители вошли в зону штрафную, но с острого угла Аракчев отбил мяч. Ну а здесь сейчас Забаров пытался нанести удар, но мяч ушел за пределы поля. Удар по воротам. Мяч проходит рядом со штангой. На покер идет у нас Нури Ахметов. Отмечу, 3 гола в исполнении нападающего Татарстана в первом тайме. 4-й гол забил Гельмудинов.
Алло! Это сука сильный! Гатаулин в атаке. Перевод на правый фланг. Будет ли подача? Подача состоялась. И да, нет, угловой отворот разыграли быстро футболисты Татарстана, но Гатаулин уже ведет атаку своей команды и получает мяч. Будет ли удар? Удар состоялся. И Аракчев на чеку. Да, еще очередной шанс футболиста строителя был в этом игровом эпизоде. Забаров отличится? Нет. И Беглов. Беглов забивает пятый гол и создает более комфортное преимущество для своей команды. Так, это у нас гол Гатаулина. А сейчас мы смотрим гол, забитым Бегловым. Десять минут остается играть. В этом матче 5-1 Татарстан стремится к своей третьей победе на турнире. Наберет команда 9 очков, но добраться до третьего места Татарстану вы не сможет. Слишком много потеряли футболисты очков на предыдущих играх и устроили град голов. В сегодняшнем игровом дне команда Татарстан за 11 игр, за 10 игр забила 20 мячей. А тут в сегодняшних двух встречах уже 13. Так что неплохая статистика. Улучшили они по забитым голам этот показатель. Гатаулин через левый фланг, в свою очередь, потеря. И нет, ну тут проворные футболисты строители выцарапали мяч, сумели нанести удар по воротам. Аракчев выбивает мяч. Продолжается атака. Острый угол, будет ли прострел? Ну и тут Котиков в позиции либера, последнего защитника, разряжает обстановку в своей штрафной площадке. Ну, Гатаулин вновь в атаке. Гатаулин. Будет ли удар? Ну, надо бить. Удар по воротам и Аракчев справляется. Угол был, конечно, острый. Возможно, Гатаулину надо из центра пробить. Но не дают плотно. Вот, может, сейчас удар по воротам? Нет, Нуриахметов
Азат, автор хитрика, устремляется и хочет забить четвертый гол. Покер. Покер, кстати, Беглову удался в прошлой игре. И Нури Ахметов хочет взять пример со своего партнера по команде. Смотрим. Остается не так много времени. Угловой подает, подает строитель. Навес. Не ушел мяч. Гатаулин, ну как же так, не очень удачно пробил. Защитники в действии строителя. Хороший такой, хорошая передача. Здесь, по-моему, зацепил, да, и да, фиксирует арбитр пенальти в матче. Посмотрим, удастся ли забить гол с пенальти. Нет, подождите, нет, не пенальти, это угловой. Ну вот, я уж обрадовался, то, что мы будем свидетелем этого действия. Навес. И мяч. Беглов борется за мяч и будет вбрасывать мяч из-за боковой. Остается играть 5 минут в этой встрече. Фол фиксирует арбитр или даже, по-моему, не игры. Быстро разыграли мяч футболисты строителя. Начинается атака левым флангом. Потеря, и Татарстан через дом играет с Аракчевым. Тот, в свою очередь, уносит мяч за пределы своей зоны. И Беглов в атаке. Удар поворотом. И здесь отметим блестящую игру вратаря Юнусова. В первом тайме защищал Зуев, во втором Юнусов. Навес. Строитель на левом фланге потерял мяч, и Татарстан будет разыгрывать мяч из аута. Отправляется мяч на поле, на половину поля строителя, но тут Юнусов забирает мяч. Хорошо, хорошо сейчас давал партнеру по команде Гатаулин. Вот
перехват и прострел не очень удачный. Заблокировали защитники. Атака продолжается. Гатаулин на ложном замахе обыгрывает. И вновь потеря. Нуриахметов, беги к четвертому голу уже. Получится. Остается 2 минуты. Да. Ну что, набирает футболисты Татарстана очередные 3 очка и закрепляется на 4-й строчке. У нее в активе 9 очков. Навес. Забаров. Ну нет, Юнусов тут забирает мяч и устремляет в атаку своего партнера по команде. 1 минута остается играть. Последняя атака строителя. Гатаулин пытался пробить. Здесь сквозь чистокол ног бить не дают. А после удара 77-го номера мяч проходит мимо. Наборщик.